Водночас Володимир Путін заявив, Росія, не будучи стороною конфлікту, не може обговорювати з Києвом умови припинення вогню на сході України. Ми Росія. Мы не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня, о возможных договоренностях между Киевом, Донецком и Луганском. Это не наше дело, это внутреннее дело самой Украины. Мы можем только способствовать тому, чтобы создать обстановку доверия в ходе этого возможного и, на мой взгляд, крайне необходимого переговорного процесса.